Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Мигу ФИФА, новая серия карьеры за Шальке 04 ФИФА 21. Да, вы помните, что у нас, конечно, было в прошлой серии, больно, плохо и так далее, но все-таки оптимизм немножко вселил наш сумасшедший камбэк в матче с Леверкузенским Байером. Но мы, кстати, без шансов отлетели от Штутгарта, а уж тем более от Баварии, и позволили Левандовскому выйти на первое место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. Только сейчас пришел отчет по Адаму Армстронгу, которому запрашивали, по-моему, за несколько дней до закрытия трансферного окна. Ну и рейтинг 75 стоит 11,5 миллионов. Но он хорош. Но, правда, слишком маленький, но очень быстрый при этом, ловкий, выносливый. То, что нам нужно. Я тут решил все-таки сделать второй состав нам. И понимаю, что у него есть большие проблемы в плане того, что нам некого туда выставлять. То есть вот эти все пацаны, они даже не подходят. Единственное, что я смог выставить, это Хунтелар в основу, Валета в основу, Стамбули, Настасья Часторуна Ригой, Осипку, Фермана и Бейкера. А в Амангитуке, Маскареллу, Хариту придется бегать все матчи. Ну а сейчас мы выйдем основным составом, так как у нас матч против Вольфсбурга, которые идут восьмыми. Показывают нам Матео Пессину, как одного из главных раздражителей спокойствия, наверное, в Вольфсбурге, потому что в последних трех матчах Матео забил аж 4 мяча. Мы приехали на домашнюю арену Вольфсбурга. Светит солнышко на Volkswagen арене. Уже огромное полотнище с эмблемой клуба болельщики вывесили. Великолепный перформанс. Но с Вольфсбургом явно будет непросто. Хотя что-то у меня подозрение, что ни с одной командой Бундеслиги нам просто не будет никогда. Скидка, удар! А вот, пожалуйста. Мы пропускаем в первой же атаке, и это как раз Матео Пессина, о котором я говорил буквально пару мгновений назад. 1-0, пятая минута, Вольфсбург открывает счет матча. Причем, казалось, подача, которая никакой опасности вообще не таит в себе, вот этот перевод. И должен был здесь защитник выносить мяч, но он не смог этого сделать. И седьмой номер Вольфсбурга скидывает мяч на ход. И с левой ноги в одно касание, не думая, Пессина пробивает в ближний угол. И ровно спасти не может. Шестой гол Пессины. И, судя по всему, он пока выходит на первое место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. Вамангитука полетел по левому флангу. Точнее, по правому. Вамангитука. Нужен хороший навес. Голкипер. Кастелс рукой переводит мяч из штрафной. Вамангитука опять бежит. Опять очень даже неплохо улетает, но Россельон это серьезный соперник. Пошла подача, опять Кастелс на месте. Ут, хороший пас, Пасиенция. Обратно, здорово, Марк Ут, 1-1. Ну видите, здесь комбинация была. Здесь стенка Ут и Пасиенции привела к этому голу. Не скорость. Скорость здесь практически ничего не решала. Здесь решал вот этот комбинационный футбол. Вот что нам поможет. Только лишь это, если мы будем хорошо комбинировать. Потому что, видите, особо Пасиенса не бежал, супер прям быстро, особо на перегонки с защитником он не играл. Он просто привел мяч, чуть-чуть пробежал вперед. Ну вот Ута, да, он уже там цеплял корпусом, он уже не давал защитнику залезть на него. И пятый гол Марка Ута, кстати, он догоняет пока Роберта Левандовского в списке бомбардиров. И 1-1. Вамангитука. Ну давайте, да, пользоваться сильными сторонами наших игроков и нашей команды в целом. Это, например, скоростью Вамангитуки. Пасиенса. Ут! Удар по воротам! Добить Пасиенса! Чего? А как Пасиенса сейчас не добил мяч ворота, я не знаю просто. Я не представляю, как он это не сделал. И тут же ответ Вольфсбурга, Брикало. Подача на дальнюю штангу. Здесь абсолютно один Бакон принимает мяч. Еще удар. Но, конечно, Рону здесь начудил. Хотя, насколько я понимаю, первый удар пришелся в Сане. А Рону на этот удар среагировал. Поэтому он уже был... не в воротах. Давайте смотреть. Подача абсолютно один из Баку. Удар. Честно, с этого повтора я не увидел. В Сане или все-таки... По-моему, все-таки в Ронову мяч попал. А здесь в ближний угол Ронову не успел встать и подготовиться. Ридли Баку. Второй гол в Бундеслиге. И на 38-й минуте Вольфсбург вновь выходит вперед. Заброс направо. Опять там никого. Опять Баку один. Прострел, вынос Мустафи. Рикошет какой? Да ладно! Да ну не может этого быть. Да нельзя так играть, ребятушки. Да как же так-то? 3-1 на последних секундах первого тайма. Вольфсбург отрывается уже на два мяча. Это Максимилиан Филипп забивает.
Такой тупой отскок, если честно. Вот, пытался с разворота 27 номер Шальки, ой, господи, Вольсбурга, сделать передачу, мяч попал в Калашиноца, и отскочил точно на ногу Филиппу, который расстрелял ближний угол Ромова и забил свой второй гол в Бундеслиге. Явно не такого результата к перерыву мы ожидали. Сердар! Пасиенция! Перебросик! Там штрафной должен назначить, арбитр отложенный. Там же свалили Сердара после того, как он передачу сделал. Алло, арбитр! И он желтую потом уже даст. Спустя много-много лет. Ой, хороший пас, Вамангитука! Не было офсайда, Вамангитук! Кастился опять. Второй сейв за последние 2 минуты. Ну и вот сейчас Бруксу выдают его заслуженную желтую карточку. Ну лучше бы штрафной, конечно, дал бы арбитр сразу, и все. Нам от этой желтой Брукса ни горячо, ни холодно, если честно. Брикало. Подача. Филипп, еще забросик, удар через себя Ромео. Но не забивает он. Баку, подача в касание, Филипп забивает четвертый. Да. Как-то все очень легко у нас проходит. И оборону надо менять. Дубль Филиппом. Подачи, посмотрите. Сане на фланг улетел, Мустафи не добежал. И, пожалуйста, Филипп один в нашей штрафной. Третий гол Филиппа в Бундеслиге и 4-1. Давайте мы замену все-таки сделаем. Попробуем. Калашин сдохлый совсем. Надо осипку выпустить. Давайте Валета вместо Пасиенции, меняем их местами. Ут у нас будет играть нападающим. Ну и, наверное, это все, что я могу предложить в атаку. Поэтому мы еще заменим Стамбули. Точнее, выпустим Стамбули вместо Сердару, у которого какое-то повреждение. Ут. Из последних сил. Нужен навес на дальнюю. Вамангитука принял мяч. Удар! Добить! Нет, вынос. С ленточки своих ворот сделает Вольсбург. Опасно. Баку без сил проходит всю оборону и 5-1. Это какой-то кошмар. Это просто какой-то ужас. Нельзя так играть. Просто нельзя. Валет. Ой, хороший пас. Ут. Удар. Ну, понятно. Если мы такое не забиваем, то о чем мы тут с вами будем разговаривать? А, это Стамбули был? Это был Стамбули. Тогда вопросов не имеем, да. Очередное позорище в исполнении Шальки мы сегодня увидели. Нас уничтожил Вольсбург 5-1. У Сердара все-таки травма, и он вылетел на 5 дней. Ну, это по-божски еще, это мало. Ну, а благодаря карьере за Милан я тут увидел одну прекрасную вещь, что если зайти в развитие, когда у тебя игрок перестроит позицию, зайти туда, то у тебя будет кнопочка. В данном случае В, русская, сменить позицию. Мы ее нажимаем. И он становится, во-первых, 78-й, во-вторых, чистым опорником. Оставил я всем план развития, какой я хочу от них видеть. Ну и надеюсь, что это поможет. Давайте мы все-таки настройки чуть-чуть лучшую сторону улучшим. Буквально тут ракетник поставим везде и характеристики вратаря 60. Потому что иначе так играть невозможно. Мне кажется, мы не настолько плохи, чтобы вот так отлетать от всех подряд. Правда ведь? А у нас матч против Дортмундской Боруссии. Ой, господи, ну что, ждем еще 6-1 еще разочек, да, как от Баварии, или может поменьше, так как это все-таки Боруссия. Более-менее вовремя до меня дошло, что это рурское дерби. Которое, сами знаете же, больше всем запомнилось по одному великолепному матчу 4-4, когда эти команды сыграли. Но если здесь будет 4-4, я буду рад на самом деле. Как и в матче с Байером. Азар. Подача. Удар в ближний. Мимо. Это Билл Эрлинг Холланд. Харит. Бежать. Бежать. Давай, 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 давай. Да, у тебя скорость не айс, но от Джана-то убежать способен. Удар в дальний. На месте Бюрки. Аут добить не смог, к сожалению. Ну вот мы кое-как раскрылись. 15 минут мы сейчас сидели в своей штрафной. Отбивались от Боруссии. Вамангитука. Ой, как убрал Менди. Еще. Здорово. Маскарел. На месте Бюрки. Уже в штрафной. Передача. Набегающему Бранту. На месте Ронал. Снова Менди убирает. Передача. Забивать Ут. Да. 1-0. 30-я минута. Марк Ут. Шальки выходят вперед. Менди уже раза два минимум за эти полчаса попался на
этот финт Вумангитуки, когда Вумангитука бежит-бежит, а потом на, и все, и он в сторону уходит, вот здесь. Опа, все, до свидания, и не удел Минди. Передача в центр, Ут принимает мяч и со всей силы, вложив всю злость за наши последние поражения, просто уничтожает сетку ворот Боруссии и забивает свой 6-й гол в Бундеслиге. 1-0. Холланд, подача, Ронал кулаками. Перерыв 1-0, пока Шальке обыгрывает Боруссию. И приятно было сейчас видеть, что Боруссия уже очень устала. У многих меньше половины стамины после только первого тайма. У нас более-менее все дерутся. Даже тот же Калашинов, который всегда у нас выделяется тем, что он вообще полудохлый всегда. Даже он пока дерутся. Ой, здорово, Пасенца не было офсайда, он вылетает 1-1. С Бюрки. Удар 2-0 Шальке. А как он такое? Сюрприз. Гонсало Пасенца. Лучшая защита — это нападение. И Шальке это нам демонстрирует. Потому что Боруссия увеличила свое давление. И было очень тревожно. Мы кое-как героическими усилиями нашей обороны сдерживали Санчо, Холланда, Азара и прочих игроков атаки Боруссии. Ну и в итоге дальше распрямились в контратаку, где Пасенца своим ударом с правой ноги Бюрке шансов не оставляет. 4-й гол Пасенцы в Бундеслиге. И счет становится 2-0 в нашу пользу. Ой, здорово, Пасенца на Ута. Все, оборона, во-первых, выдохлась у Боруссии. Во-вторых, она пошла вся в атаку, поэтому получите 3-й. Марку доводит дело до разгрома. Ну что, сенсация зреет в русском дерби. Шальке, которые начали этот сезон ни шатка, ни валка. Это мягко скажем. Мы сейчас идем на 15-м месте. Разбирается с дортмундской Боруссией. Что может быть лучше для поднятия боевого духа парней? 3-0. 7-й гол Марка Ута, наша семерка, забивает. И у нас в Стамбуле появляется вместо Маскарелла, который уже серьезно подустал. Пасенца. Настолько выдохли защитники Боруссии, что Пасенца всех прошел как бревна просто, как деревья. И мощнейший выстрел слева отражает Роман Бюрки. Холланда поменяли. Все, кажется, Боруссия капитулировала. Подача. Вынос Джана обратно на фланг. Харит. Подача. Ой, хорошо. 4-0. Гонсало Пасенца дубль. Я всего лишь буквально, но чуть-чуть настроечки поменял. Прям буквально капельку. Всего лишь на 5 показателей. Неужели это такой результат сразу дает? 4-0. С ума сойти. Мне кажется, здесь камбэк с 4-0, как в том русском дерби, не предвидится. 75-я минута, 5-й гол Гонсало Пасенцы. Фантастика. Фантастика, парни. Кажется, восстали, как птицы Феникс. Реньер. Ну, заслужила Боруссия 1. Ну, все-таки заслужила. Выбучили они этот гол. И вышедший на замену Реньер забивает. 4-1. Жалко, что Сурсняк от нас ушел по такому матчу, но все-таки давайте будем честны, что Боруссия на этот гол наиграла. Хотя бы на один. Ой-о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 й
получилось у наших игроков. И так все молниеносно случилось у Боруссии. Я даже не успел понять, что случилось, а Вицель уже забивает. Но здесь принимает мяч в Магнитуко, пытался сделать передачу, но в касании у него из-под ног Минди мяч выбивает прострелом в центр, где от Риньера мяч отскакивает к Вицелю, и тот в одно касание поражает ближний угол ворот Ронова, и Вицель забивает свой второй гол в Бундеслиге. 4-2. Мне кажется, не хватит времени у Боруссии. Да, интрига подогрелась чуть-чуть, но все-таки слишком много времени. Добавлено 2 минуты арбитром. Джейден Санчо летит. Понятно, что Боруссия уже 2 не отыграет, но еще один забить она может. В принципе, возможность у нее для этого есть. Передача назад. Тома Минье в центр. Эмра Джан. Удар. Да, треть они забивают, но времени на больше не хватит. Дубль Риньера. 4-3. Обидно, конечно, что мы вот так ввели 4-0. Такой разгром устроили. А в итоге побеждаем лишь с разницей в один мяч. Но зато 7 голов. Перестрелка на века. И русское дерби, как всегда, выдает нам огненный матч. У нас в этом матче была блестящая реализация.
6 ударов, 6 створ, 4 забит. У нас наступил октябрь месяц, ну и посмотрим наших игроков молодежки. Завершаем с этим контракт. Лиам Кюн. Вот такой неплохой парень тут есть. Тут даже вот этот турок есть, но турок пусть пока сидит. Остальные, что у Лоренса? Разгон неплохой. Так. Но у меня предложение Кюна взять с собой, его, в принципе, подпускать к основе, выпускать во втором составе. Почему бы и нет? Вместо Бейкера, мне кажется, самое то, потому что у Бейкера уже ему 23 года, и у него 65 рейтинга. У Кюна в 17 лет 63. То есть, чувствуете разницу? Целых 6 лет. Ну и давайте сделаем его атакующим крайним защитником, увеличим скорость рывков, видение поля, навеса, наверное. Хотя тут и перехваты так-то можно. Давайте лучше перехват, наверное, или все-таки пасы. Пусть пасы будут. Ну и кое-как мы пришли на 12 место после этой победы. У нас впереди матч против Аугсбурга, и вот хочет, чтобы мы выпустили его на эту встречу. Я подумаю, давайте мы подумаем, кого поставить в состав, но его просьбу мы, конечно же, рассмотрим. Итак, Аугсбург. Опять-таки основа выходит, которая заряжена максимально. Ну и начинаем. Марк Ут. Даже так. На данный момент Ут лучший бомбардир Бундеслиги. У него 7 голов. Нежданчик. Нежданчик. Там же у этого было. Семерик. У... Как его зовут-то, господи Иисусе, из Вольсбурга, который... Песина, во, Песина. У него там семерик был. Но показали, что Ут лучший бомбардир Бундеслиги. Давайте Марку держать тогда. Сделаем так, чтобы Ут и сегодня еще хотя бы один мячик в ворота Аугсбурга отправил. Варгас на левом фланге с мячом. Пошла подача. Сане аккуратненько на месте Ромулу. Маскарелл ушел в подкат и катит направо на Вамангитука, у которого не было офсайда. Вамангитука. Прострел. Вот так-то. Вот так-то. Гонсало Пасиенсе. Вамангитука, конечно, умничка. Вамангитука не жадный. Он уже был в такой точке, буквально, в 5 метрах от ворот, по центру. Крутив дальний, расстреливай, дело не, просто расстреливай не хочу. Но нет, он решил отдать пасьенсы, которому голы сейчас нужны как воздух для уверенности в себе, потому что вот то, что его скорость не вытягивает, это понятно. И немножко это нас сбивает с толку по поводу него, портит о нем мнение, скажем так. Поэтому он решил выкатить пасьенсы, но и тот уже расстрелял ворота Аугсбурга без каких-либо проблем. И шестой гол пасьенсы в чемпионате. Варгас. Янсен. Удар по воротам на месте Ромелу. Ему есть, конечно, финтиться надо, мама, не горюй. Сколько? Вот он сейчас это и делает! А вот удар с правой ноги пролетел рядом со штангой. Да, только за счет индивидуального мастерства пасьенсы может что-то делать. Ну или за счет партнеров, как мы уже сегодня убедились. Пасьенсы, хорошо. Тут где-то в центре. Ут. Здорово вывели Харита на ударную позицию. И второй мяч в сетке Аугсбурга оказывается. Амине Харит. Ну или Амин Харит. Я, правда, не знаю, как правильно. Если что, поправьте в комментариях. Но главное то, что Шальке забивают второй гол под общий свист трибун. Но мы играем дома у Аугсбурга, поэтому это объяснимо вполне. Первый гол Харита, кстати, в Бундеслиге. По чинам. И 0-2 к перерыву. Каледжури. Передача в центр. Нидерлетнер. Удар на месте Рону. Пока произнесешь фамилию Нидерлетнера, уже 300 лет пройдет. Во-первых, язык сломаешь. Во-вторых, времени до кучи пройдет. Перерыв. 0-2. Мы обыгрываем Аугсбург. Вамангитука. Ушел подката. Передача. Здорово. Ну это красота. Вот это красота. А? Где же вы были, ребятки, раньше с такой-то игрой? Марк Ут. Я хотел, чтобы он сегодня хотя бы разочек забил. Он это и делает. Блестяще. 0-3. Доводим дело до разгрома. Передача в Мангитуке классная. Но больше всего здесь, конечно, наверное, шикарен пас Пасьенсе с разворота в одно касание. Ну а дальше уже Ут расстреливает. 8-й гол Утом. И 0-3. Что-то как-то... Либо слишком легко становится, да? Надо немножечко подкрутить обратно. Фунес Мори. Удар по воротам. И опять мы пропускаем. И опять не удается нам сыграть сухой матч. Фунес Мори, вышедший на замену, забивает гол. Размочил, так сказать. 1-3. 75-я минута.
Первый гол для Рожелио Фуниса Мори в Бундеслиге. Ой-ой-ой. Удар через себя Фуниса Мори и на месте Рону. Ну, Фунис Мори, я смотрю, очень техничный парень. То чеканочку там устроит, то удар через себя. Фунис Мори. Передача. Да ладно. А у нас концовочка будет, однако. Однако нервная концовка все-таки будет. 2-3, Аугсбург. 85-я минута. Походу у нас новые проблемы начались. Мы забиваем, мы вроде как начинаем выигрывать, но теперь мы начинаем в последние минуты очень много пропускать и сами себе проблемы создавать. Потому что 0-3 как бы все хорошо, но вот забивает Беннес. И 4 минуты основного времени нам еще играть, а у нас один мяч разрыва остался. Пасиенция, хороший разворот. Передача, ут, надо ставить точку, есть, 4-2. Все, чтоб теперь уж точно от нас никуда эта победа не ушла. Марку дубль, 91-я минута. Так было в карьере за Милан, я вам скажу сразу. Может быть, эта серия выйдет раньше, чем тот выпуск карьеры за Милан, но у нас в том матче тоже было. 3-0 вели, в итоге сделали себе нервную концовку 3-2 и уже на... Вот тоже в добавленное время, как Аншелк Наглу там, тоже делает счет 4-2 и, в принципе, снимает вопрос о победителе. Здесь мы делаем то же самое. 9-й гол Ута в Бундеслиге, и все-таки, мне кажется, Ут у нас будет основным форвардом. Финальный свисток 2-4, обыгрываем Аугсбург. Статистика ударов абсолютно равна. 5-5 и удары в сторону 4-4 были вот в этом матче. Но у нас, конечно, 4 удара в сторону, 4 мяча, это сильно. Ут ценит, что мы прислушаемся, даем играть. Ну и давайте мы его похвалим. И скажем, что каждую игру, вот такую игру мы ждем от него в каждом туре. Если он будет выполнять и перевыполнять все планы, то он будет без вопроса в старте. Мы поднялись на 8-ю строчку. У нас 10 очков. Тут и у Мюнхенгладбахской Боруссии 10, которые тут 6-ми. Тут и Боруссия Дортмунд рядышком 11 очков. А что у нас с лидерами? Айнтракт, Лейпциг, Бавария и Герта. Ну вот у нас сюрпризы происходят. Ну, кстати, три команды есть у нас, которые пока ни разу не проиграли. Это Лейпциг, Бавария и Герта. У Герты есть уже одна ничья. У Баварии пока 6 побед из 6 возможных. Ну и матч в запасе. Ну и давайте напоследочек. Перед тем, как мы завершим эту серию, я хочу посмотреть два трансфера. Не знаю, конечно, выполнимы они или нет, но, например, Кевин Бабу, он очень шустрый, но он стоит 22,5 миллиона. Скорее всего, значит, нет. Но, как вариант, он, в принципе, я считаю, очень даже неплохой. Ну и давайте посмотрим, что у нас в Калиджури. А, ему 32 года, и со скоростью беда. Ладно, забыли, проехали, забыли, приснилось, померещилось. Ну, тогда заканчиваем эту серию, не забывайте, конечно же, поставить лайк, потому что сегодня у нас были горячие матчи. И это, по-моему, первая серия за всю историю карьеры в Шальке, где мы одержали 3 победы подряд. Поэтому, чтобы жизнь нодом не казалась, мы все-таки финальные настройки, я думаю, сделаем вот такими, наверное. Пока по 38 сделаем, но здесь 62, пусть так будет пока. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну а с вами был, как всегда, Мигу. Увидимся в новых видео. Всем до скорого, всем пока.